Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Роутером с сим-картой уже никого не удивишь. Одним пользователям такие устройства помогают работать на удаленке за городом, другим гарантируют стабильный доступ в интернет при выходе из строя кабеля провайдера. Ранее мы уже рассказывали о разных типах сотовых роутеров, благодаря которым пользователь может развернуть собственную Wi-Fi сеть с интернетом практически в любых условиях. Стационарные 4G роутеры выглядят и работают так же, как и обычные домашние маршрутизаторы. Мобильные роутеры легко взять с собой в путешествие или командировку. Промышленные роутеры часто используются в банкоматах, платежных терминалах, торговых автоматах и системах видеонаблюдения. Во всем этом многообразии форм-факторов особняком стоят роутеры-платы или встраиваемые роутеры. Они не имеют собственного корпуса и предназначены для интеграции в индивидуальные корпуса или оболочки других устройств. Перед вами как раз такие роутеры. Это 4 разные модели тандем от пермской компании MicroDrive. Давайте подробно их рассмотрим, сравним между собой и попытаемся определить, для каких задач подходит та или иная модель. Роутер на плате легко помещается в кожухе сложного автоматизированного комплекса оборудования. Для рядовых пользователей, не имеющих дела с промышленными системами, тандем в первую очередь интересен в качестве устройства, которое можно легко разместить в гермобоксе уличной антенны. Таким образом, роутеры тандем могут рассматриваться как компоненты системы интернет для дачи. Сейчас роутеры тандем лежат на столе по возрастанию цены. Первое устройство – роутер тандем 4GM. Назначение этой модели – подключение к мобильному интернету в транспорте, удаленный контроль и управление в робототехнике и наблюдении. Диапазон частот встроенного модема позволяет работать в основных российских стандартах GSM, 3G и 4G. Особенность, ограничивающая область применения тандем 4GM – низкая скорость скачивания данных, всего 10 Мбит в секунду. Для чего нужен такой роутер? В первую очередь для систем межмашинного взаимодействия. Скорость 10 Мбит в секунду достаточно для отправки команд оборудованию и обмену системными сообщениями. На плате роутера мы видим два слота для сим-карт формата microSIM. Карты могут использоваться поочередно, что позволяет зарезервировать один из каналов связи. Интернет-порт имеет скорость 100 Мбит в секунду и совмещает передачу данных и питание по технологии POE. Также питание может осуществляться посредством штыревого DC-разъема. Пара разъемов UFL позволяет подключить к роутеру внешнюю 3-4G антенну. Еще один разъем предназначен для внешней Wi-Fi антенны. Wi-Fi модуль роутера работает на частоте 2,4 ГГц. Максимальная скорость Wi-Fi сети достигает 150 Мбит в секунду. Второй роутер Tandem 4GL. Сразу видны некоторые внешние отличия от предыдущей модели. Здесь только один слот для сим-карты стандартного размера. Следовательно, при неполадках в оборудовании оператора резервного канала связи у нас не будет. Wi-Fi модуль полностью аналогичен модели 4GM. Он также работает на частоте 2,4 ГГц на скорости до 150 Мбит в секунду. А теперь главное отличие. Tandem 4GL поддерживает скорость работы в 4G сети до 150 Мбит в секунду. Перед нами роутер, который подойдет и для промышленного применения, и для использования на даче. Tandem 4GL можно установить в гермобоксе уличной антенны, а питание подать по интернет-кабелю. Удобное решение позволит усилить прием сигнала и избежать потери мощности. Третий не лишний. Tandem 4GS немного дороже, чем только что рассмотренная версия 4GL. И единственное отличие роутеров в количестве слотов для сим-карт. Tandem 4GS оснащен двумя микросим-слотами, что позволяет получать доступ в интернет поочередно от двух операторов. Последний роутер на сегодня – Tandem 4GT. Эта модель тоже оснащена двумя слотами microSIM. Wi-Fi здесь более быстрый – до 300 Мбит в секунду, и для его работы предусмотрены два разъема для антенн. А теперь самое главное. Принципиальное отличие версии 4GT заключается в том, что это роутер 6-й категории LTE. Скорость скачивания данных в 4G здесь достигает 300 Мбит в секунду. Хорошее решение для работы и отдыха.
Тандем 4GT можно рекомендовать для активного использования дома, в офисах или за городом, когда нужна максимальная скорость интернета. Все роутеры работают на фирменной прошивке MicroDrive, которая легко настраивается, но при этом имеет множество полезных настроек и опций. В комплект поставки каждого роутера входят пигтейлы для подключения сотовой антенны и одна маленькая Wi-Fi антенна, которая подсоединяется напрямую к плате. Итак, мы только что рассмотрели 4 модели роутеров Tandem и определились, какая из них пригодна только для промышленного оборудования, а какая для широкого круга пользователей. Разнообразие решений от MicroDrive позволяет подобрать модель для каждого случая. Ссылки на товар, как всегда, будут в описании. Ну а я прощаюсь с вами и до новых встреч!